купить на AliExpress практически даром поможет сервис Baskit. Ссылку смотрите в описании. После регистрации жмем на значок сверху. Далее выбираем магазин AliExpress. Кэшбэк 90%. Далее жмем на товары из раздела «Специальное предложение». Откроется страница, где возле товара указан процент кэшбэка. Выбираем понравившийся нам товар и смотрим, чтобы обязательно была бесплатная доставка. По причине того, что за доставку кэшбэк не начисляется. Раньше можно было покупать после каких-то кнопки купить кэшбэк, но в последнее время не всегда правильно засчитывается кэшбэк. Я рекомендую использовать дополнительный привет. В этом смотрите дальше. На странице выбора товаров есть поиск названий, а также фильтр по категориям товаров, цене, также проценту кэшбэка. Администрация сайта утверждает, что товары меняются каждый час, но на практике это происходит намного реже. Иногда хороший товар невозможно купить, так как желающих очень много. Просто он уже раскуплен. Кэшбэк можно ввести примерно через месяц после того, как вы подтвердили, что получили товар на сайте AliExpress. Для тех, кто боится покупать из Китая, предлагаю купить что-то для начала недорогое. Вот, например, силиконовый приманки. Еще раз проверяем, что кэшбэк 90%. Для этого копируем ссылку на товар. Попробуй отыскать на карте, вряд ли прокатит. Мы под столицей, там делится милиция харя. Когда за каждым поворотом знакомая харя. Говоря правду, плевая ухо, правое хуяря. Я обжигался, но старался не копить ожог. Город дал понять не раз, житуха не пирожок. Я забыл незабудки, своей идеи промежутки. Я прячу будки. Не круто, не правда ли, вдали мужик пугает басы туфарами дальними в руке сжимая крикетни, накликать на себя бедубы. Я каким бы синим не был, дорогу домой найду, найду дым. Мы, видать, колдуем, когда дуем, но я временами номинал весок. На весах весок, дима на биток упитанный до барбасов. Я сам не засек васек, как я черту чертову пересек. Я просто делал хопы, хипы, хапал, вот и все. Товар куплен. В последнее время кэшбэк не всегда засчитывается 90%. Надо подождать некоторое время, перейти в мой заказ, проверить, какой кэшбэк засчитан. Если кэшбэк меньше 90%, пишем продавцу с просьбой сменить заказ. Видно, что за мои покупки засчитан 90%. Теперь выведу деньги, которые не вернули из моих покупок. Так как при покупках я использовал кошелек Payman, я буду выводить на этот кошелек. В принципе, вывести можно на любые банковские карты. Все, деньги успешно отправлены на выход. Я забыл незабудки, своей идеи промежутки, я прячу будки.
не круто, не правда ли, вдали мужик пугает. Обратите внимание, для всего видео, для всего выработки, какую сумму я уже выбил. Удачных покупок!